Приветствую, друзья! Сегодня я расскажу и покажу вам крутейший пак автомобилей для GTA 4. И это не один из тех паков, о которых вы, возможно, подумали. По типу сборных солянок, которые делают любители модов и зачастую делают их под себя. Тем самым рушат атмосферу самого города Liberty City, напихав кучу спорткаров и всякого другого барахла. С этим паком все не так. Погнали! Начать хотелось бы с того, что данный пак максимально бережно относится к оригиналу. Машины тщательно отбирались, чтобы соответствовать той эпохе и были аналогами лорных авто. А это значит, что если в оригинале был Muscle Car, то и с модом будет Muscle Car. Причем, если это возможно, будет заменена аналогичная модель из реальной жизни. Машины, используемые в моде, не выходят за рамки 2009 года, что логично, ведь игра вышла в 2008 и как бы соответствовала той эпохе. Заменено 99% автопарка, много машин, сделанных эксклюзивно для пака, причем сделаны на очень высоком уровне. Я пройдусь по важным, на мой взгляд, машинам. Все рассматривать, понятное дело, мы не будем, но какие-то определенно интересные посмотрим. Именно такие автобусы колесили по Нью-Йорку в нулевые. Возможно, и сейчас ездят модели грузовиков шикарного качества. У GTA модов очень тяжело обстоят дела с грузовиками, тягачами, спецтранспортом, но только с полицией и скорой все в порядке. Здесь заменены все модели. Вы можете увидеть Kenworth, GMC, Ford, Chevrolet, да что там, тут даже легендарный Mack присутствует, который был основан более 100 лет назад. Понравилось, как здесь выглядят убитые версии авто. Ржавчина, пыль, потертости, у некоторых всякий хлам на крыше. Очень гармонично вписываются в атмосферу Liberty City. Их тут не особо много, всего там 3-4 штучки, но тем не менее это очень приятно, то что разработчики мода так заморочились. Давайте посмотрим на американский автопром, их тут по понятным причинам больше всего, и я отобрал для вас золотую десяточку.
got insurance. Помимо огромного количества американских авто, присутствуют и европейцы: BMW, Mercedes, Jaguar, японские авто, легендарная Toyota Truena, Honda, Mitsubishi. Ну, по понятным причинам нет отечественных экземпляров, но это, само собой, тут совсем неуместно.
Безусловно, пак не идеален. Есть десяток автомобилей среднего качества, но это не проблема, ведь на замену этих авто можно смело поставить свои любимые. Плюс это отличная основа, и 10 плюс-минус авто это не так много. Несмотря на то, что пак заменяет все автомобили, катастрофического пропадания текстур в игре он не вызывает, что большая редкость. В основном это из-за того, что сами модели имеют небольшой вес и неплохо оптимизированы. Друзья, спасибо огромное за внимание, надеюсь, видео вам понравилось. С вами все это время был Мосс, до встречи в новых видео и пока-пока.